Всем привет! Сегодня я попробую рассказать вам в мельчайших подробностях о таком элементе, как флай-углом. Итак, с чего он начинается? А начинается этот элемент, так же, как и любой другой, с простых физических упражнений. Не обязательных, но желательных. Итак, поехали. Первое. Закидывание ног на себя. Сначала одной, потом другой. Затем делаем то же самое, только не толкаясь ногами. Каждое поднятие ног должно быть выше предыдущего. Следующее, что нам нужно научиться, это стоять вот в этом уголке. Также желательно уметь вот этот крюк. Желательно на обеих руках. С упражнениями все. Следующая важная часть этого элемента – заход. Заход делается следующим образом. Вперед, вверх, на себя. То есть задницу мы выбрасываем вперед, а ноги вверх и на себя. Необходимо делать очень сильный мах левой ногой. И еще, вам нужно научиться приходить именно вот так, после полоборота. Дальше. Делаем все то же самое, только заходим в гель. Самое главное не забывать, что это флай-углом. То есть держим угол здесь и держим угол сзади. Чтобы у вас нога пролетала не здесь, а прямо перед собой. Следующее, что нам необходимо научиться, это выход с плеча после половины оборота. Это придаст вам контроль ног и высоты сзади. Дальше, что нам необходимо научиться, это выбрасывать свои ноги правый бок. То есть, вот так. И не забывайте, что мах идет перед собой. Еще, я делаю все против часовой стрелки. Если вы делаете по часовой, значит все наоборот. Следующее, что нам нужно научиться, это выход вот в этот круг. Не забывайте про сильный мах левой ногой, жопой вперед, вверх, на себя. Сзади правая нога проходит перед собой, в бок, и правой рукой берем левую ногу и разворачиваем во фриз. Ну все, теперь мы с вами готовы к двум воротам. Не забывайте про остановку. Чтобы научиться делать флай огромное количество, необходимо научиться левую часть нашего флая промахивать левой ногой, правую часть правой, левую часть левой ногой, правую часть правой ногой. Следовать всем ниже перечисленным правилам, потратить немного времени, сил. И все. Всем удачи. Спасибо за внимание. Не болейте.